Безболезненный и с возможностью корректировки курса лечения. Детям Архангельской области, страдающим диабетом первого типа, будут по-новому измерять уровень глюкозы в крови. Как узнал Аким Самедов. Даже для несведущего в медицине фраза «измерить уровень сахара» ассоциируется с дискомфортом и болью. Взять кровь из пальца для ребенка – порой стресс. Современные технологии позволяют постепенно сменить старые глюкометры на системы беспрерывного мониторинга уровня глюкозы. Потому что просто телефон с сенсорами показывает сахар, плюс я вижу все графики. Это очень удобно для родителей, потому что даже если я не дома, они могут посмотреть, какие у меня сахара. Также для врача, то что она через приложение тоже может посмотреть мои графики и при необходимости подкорректировать дозы. Раньше Валерия приобретала такие сенсоры. Их стоимость варьируется и может доходить до 5000 рублей. Теперь региональное министерство здравоохранения эти системы закупило, и такие датчики можно будет брать по льготным рецептам. Пациент может уже связываться с доктором, с лечащим врачом, да, и уже скидывать ему всю информацию, находясь, в принципе, далеко. И это же могут видеть родители пациента, что самое главное. Потому что бывает, что ребята где-то стесняются измерять уровень гликемии в школе, да, или на каких-то занятиях. Система работает удаленно. Измерение 30 раз в день. Вся информация отображается в приложении, что также помогает корректировать курс лечения. Сейчас дошло до того, что современные, допустим, те же смарт-часы определяют уровень крови, выявляют мерцательную аритмию. Точно так же и касается и бесконтактных глюкометров, что они считывают с поверхностных слоев кожи, с гемоглобина, уровень глюкозы, ну и передают достоверные, вполне достоверные данные. В Архангельской области около 500 детей болеют сахарным диабетом первого типа. Уже закуплено необходимое количество систем. Это, собственно говоря, первые несколько детей, которые сейчас во второй поликлинике города Архангельска, получат эти тест-системы. Врач-эндокринолог объяснит, как с ними обращаться и что делать. Но в дальнейшем также по всей области врачи-эндокринологи детские и врачи других специальностей, педиатры, которые будут выписывать эти системы, они будут как раз-таки следить за состоянием детей. Кстати, в декабре прошлого года в региональный список жизненно необходимых препаратов, помимо таких датчиков, добавили больше 500 наименований. Все препараты предоставят бесплатно северянам, имеющим право на льготные лекарства. Аким Самедов, Светлана Михеевская, Регион 29.